На сцене до Казаря юные артисты разных национальностей – чтецы, танцоры и певцы. Они финалисты международного творческо-поэтического конкурса «В мире поэзии». Год от года участников становится все больше. В этом установлен новый рекорд. За звание лучшего соревновались более 600 конкурсантов. Половина из них – жители Самарской области, остальные – из других регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Ребята, значит, читают стихи наших там Габдулы Тукая, Мусы Джалили, ну, естественно, и наших русских, советских этих поэтов, так скажем. Основная, еще раз повторю, задача, конечно, это приобщить наших детей к своему родному языку. Это вообще, конечно, сохранение языка, культуры и традиций татарского народа. А вот именно вот этот поэтический конкурс – это одна из составляющих вот этой всей нашей работы. 4 года назад начинался конкурс как областной, затем стал межрегиональным. В текущем году решили сделать его международным, так как заявки на участие подали чтецы из Казахстана, Узбекистана, Чехии, Турции, Швеции, Объединенных Арабских Эмиратов. Для юных артистов Самары и области конкурс проходил в очном формате, а для всех остальных – в заочном. Все-таки глобальная паутина, так называемая сеть интернет, позволяет коммуницировать связи татар, которые разбросаны по всему миру, по всему земному шару. Это дает нам замечательную возможность приобщить и их, и посредством, значит, нашего конкурса поделиться замечательной, богатой культурной историей татарских поэтов. Согласно заданию, на примере произведений татарских поэтов необходимо было раскрыть неисчерпаемую красоту такого чувства, как любовь. Ведь тема конкурса этого года – просто надо любить. Администрация городского округа Самара неизменно приветствует проведение в нашем городе подобного рода фестивалей, так как они носят ярко выраженное объединяющее значение, потому что именно это, когда с молодых ногтей ребята привыкают изучать культуру других народов. Таким образом, это способствует сплочению, дружбе, объединению народов многонациональной Самары. По мнению организаторов, международный творческо-поэтический конкурс «В мире поэзии» набирает популярность еще и потому, что исполнять произведения татарских поэтов можно не только на национальном языке, но еще и на русском и других языках мира. Главное – раскрыть в выступлении всю мелодичность и поэтичность татарских авторов для широкой публики. Сергей Кизоркин, Игорь Казановский, «События».